Галкин удивил. Впервые высказался о разнице в возрасте с Аллой. Героями 12-го выпуска шоу «Мюзикалити» Максима Галкина стали 70-летняя Надежда Бабкина и 23-летняя Клава Кока. Участники передачи должны оценивать современные песни и выбирать лучшие. Но отдельного внимания в этом шоу заслуживает юмор Галкина. Сначала он спросил у Клавы, знает ли она, на сколько лет Надежда Бабкина старше своего гражданского мужа. Артистка возмутилась, ей не понравилось выражение «гражданский муж», поэтому она поправила Максима «мужик мой», отрезала Надежда Георгиевна. Галкин продолжил общаться с Клавой. Он отметил, что Алла Пугачева старше него на 27 лет, а Евгений Егор младше Бабкиной на 30 лет. «Твоего мужа скоро зачнут», – посмеялся Максим. Надежда Бабкина и Евгений Егор вместе уже 17 лет. Максим Галкин и Алла Пугачева 19, хотя поженились артистка и юморист лишь в 2011 году.